Итак, всем привет! Сегодня обзор. Обзор покупки продуктов на 1000 рублей. Такие видео стали сейчас очень интересными и популярными в связи с неудержимым ростом цен на продукты. Итак, вот мой отчет. Сразу говорю, что продукты, овощи, фрукты куплены на рынке, а не в магазине. Итак, давайте посмотрим. Все вместе вытягивает, только что взвешивал, примерно на вес около 10 килограмм. Здесь, если быть точным, 974 рубля я потратил на это, но будем считать, что 1000. Итак, давайте посмотрим, что здесь получилось купить на 1000 рублей. Ну, самая большая покупка – это огурцы. Здесь 2 килограмма. Огурцы вот такие. Ну, я выбирал самые дешевые, потому что огурцы, они для меня огурцы и есть. Главное, что свежие, вкусные, твердые. Собственно, больше ничего не нужно. К огурцам, конечно, помидоры. Такие помидоры, ну, это очень большие помидоры. Каждый вытянул примерно на полкило. Реально тяжелые, отличные помидоры. Такие я уже брал, они достаточно вкусные. Коту тоже интересно. Дальше из необходимого морковь. Вот такая, не буду вытаскивать, она грязная. 3 морковки на кило где-то вытянули. Крупная морковь. Вот такая. Лук. Килограмм примерно. Далее груши. Здесь 2 сорта по полкило. Груша форель и аббат. Ну, хорошо известные груши всем. Вот такой пучок. Что это у нас? Это у нас укроп. Пучок укропа. Не знаю, сколько он весит, но свеженький, увесистый укроп. Из вкусняшек клубника полкилограмма. Сейчас достану. Вот такая клубника. Ну, пахнет клубникой. То есть запах очень приятный. Не знаю, как на вкус. Наверное, пока еще не очень сладкий, но есть можно. И, так сказать, хит сезона. Черешня. Тоже полкило. Такая вот черешня. Не очень крупная, но уже достаточно спелая. Вот, собственно, и все. И все это вытягивает. Ну, это не плесень, это просто был ударен где-то. Он даже не мягкий. И все это вытягивает почти на 10 килограмм. То есть примерно на килограмм уходит 100 рублей. Вот такая закупка. По таким ценам можно покупать овощи, фрукты. На этом все. Всем пока.